Healthcare, здравоохранение. 1 краче с костыли. 2 humidifier, увлажнитель воздуха. 3 heading pad, горячий компресс. 4 walker, ходунок для больных пожилых людей. 6 wheelchair, инвалидное кресло. 7 кейн, трость. 8 слинг, перевязь. 9 фармаси, аптека. 10 фармасист, аптекарь. 11 over-the-counter medication, лекарства, отпускаемые без рецепта. 13 prescription, рецепт. 14 и 15 prescription label, этикетка с названием лекарства, фамилией врача и пациента. Warning label, этикетка с предупредительной надписью. Get bed rest, соблюдайте постельный режим, это A. B. Drink fluids, пьете много жидкости. C. Change your diet, измените режим питания. D. Exercise, делайте физические упражнения. И get an injection, сделайте укол. Take medicine, примите лекарство. F. Dosage, how much medicine do you take and how many times a day do you take it? То есть дозировка, сколько раз в день и что именно пить. Expiration date, the last day the medicine can be used, срок годности. Treatment, something you do to get better. То есть то, что вы делаете, чтобы улучшить свое здоровье, включает staying in bed, drinking fluids, getting physical therapy or treatments, an injection that stops a person from getting a serious disease is called immunization or vaccination. Оставаться в кровати, пить жидкость, делать физические упражнения – это являются мерами медицинской профилактики. Укол, который останавливает серьезные заболевания, в смысле предотвращается, является иммунизацией, также прививкой. An intersection – перекресток. 1. Laundromat – прачечная. 2. Drugstore – pharmacy. Пром – товарный магазин, аптека. 3. Convenience store, магазин удобства. 4. Photoshop, магазин фототоваров. 5. Parking space, автостоянка. Вот 6. Traffic light, светофор. 7. Pedestrian, пешеходный переход. 8. Crosswalk, переход непосредственно. 9. Street, улица. Далее, 10, кэрб, обочина, край дороги. 11, ньюстенд, газетный киоск. 12, драйв-сру, окно для выдачи, на вынос для водителей за рулем. 14, фастфуд ресторан, ресторан быстрого обслуживания. Действия, A, cross the street, пересекать улицу. B, wait for light, ожидать сигнала. Drive a car, водить машину. Neighborhood, the area, чувствую home. Соседский район, если то, что близко у вас к дому. Do errands, make a short trip from your home to buy or pick up something. Выйти, купить что-то поблизости от дома. You can buy newspapers at a newsstand. Вы можете купить газеты в газетном киоске. You can buy donuts at donut shop. Если вы полицейский, можете купить пончики в магазине пончиков. You can buy food in a convenience store. Можете купить еду в мини-магазинчике. Репетитор по скайпу, Smart Teacher 190.